Доброе утро, Казахстан! На календаре 9 ноября, четверг. Вы смотрите программу «Жанна Кун». Приятного вам пробуждения! Спасибо, что начинаете день вместе с нами. Сегодня вас ждет море увлекательной информации, советы нумеролога и новости со всего света. Дом купца Габдулвалиева. Об истории уникального сооружения Алматы знаете из нашего материала. Укрепляем иммунитет старыми проверенными способами. Ценные советы пригодятся каждому казахстанцу. Цветочные шедевры от юных натуралистов. Как прошел конкурс флористики среди школьников? Подробности в программе. Центр казахстанской литературы и культуры открылся в Париже. Подробнее об этом совсем скоро. С музыкой по жизни идет Юрий Петрович Аравин, музыковед, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан. Приглашаем вас на творческую встречу с этим интересным человеком. Внимание на экран. Театр «Артишок» известен своими смелыми экспериментами. Для них не существует рамок, поэтому на сцене могут происходить вещи далекие от драматургии. К примеру, лекция, посвященная истории музыки. И на этот раз организаторы мероприятий пригласили легендарного музыковеда, мэтра казахстанской журналистики Юрия Петровича Аравина. Культурные мероприятия, музыкальные, живописи, литературы, театры происходят в неакадемической, неформальной обстановке. Вот мы сейчас находимся в театре «Артишок», в этом подвале. Но в этом есть своя прелесть. Понимаете, здесь демократичность такая очень хорошая. Вечер был посвящен духовым музыкальным инструментам, таким как флейта, гобой, валторна, кларнет и фагот. На них играли профессиональные музыканты, дополняя рассказ Юрия Петровича. Музыковед рассказал об истории, особенностях и отличиях каждого инструмента. Сегодня на открытие музыкальной творческой среды я пригласил великолепный совершенно состав, государственный духовой квинтет, не случайно получивший, я бы сказал, неофициальное такое определение «великолепная пятерка». Потому что это все музыканты экстра-класса, все музыканты лауреаты республиканских, региональных, международных конкурсов. По словам Юрия Аравина, флейту могут назвать своей практически все народы мира. Но в каждом регионе у этого инструмента имеются свои особенности. Поэтому, узнавая другую культуру, можно обогатить и собственную. И программа, естественно, строится на классике. Добротной классике Запада от 17 века до 20-го, в основном 18-19 век. Потому что там море разливанное этой музыки для духовых инструментов. Потому что музицирование в ансамбле духовых инструментов было в порядке вещей в домашней среде. Юрий Петрович Аравин уверен, на подобных вечерах тесный контакт с аудиторией, дискуссии способствует правильному восприятию такой непростой темы, как музыка. А театр «Артишок» со своей стороны намерен сделать эти встречи регулярными. Илья Скурмангалиев, Ильхам Аюпов, Жанна Кун. Продукт, который чаще всего употребляют на завтрак, это яйцо. А самый распространенный утренний напиток – это кофе. Да, а у нас всегда, не по правилам, у нас всегда все интересно. И что у нас сегодня в меню, расскажет наш шеф-повар Талгат. Талгат, доброе утро. Доброе утро, друзья, доброе. И сегодня у нас действительно будет такой не совсем обычный завтрак. Может быть, это для кого-то даже это будет и обед, но на завтрак это будет очень питательно и сытно. Здесь у нас присутствует кускус. Ну, кускус мы уже все, в принципе, знаем. Конечно. Это из кухни Ближнего Востока. Уже, популярно. Да. Это зерновая крупа. Да. Вот. И здесь у нас куриное филе уже мы заранее приготовили, его мелким кубиком порезали. Хорошо. Масло оливковое, растительное, любое на ваш выбор, в данном случае здесь у нас оливковое. Так. Укроп, болгарский перец и для цвета. Здесь вода уже у нас закипает. Закипает. Первым делом мы запарим кускус. А кускус можно, вот сейчас вот я попробую на вкус его, суровый, можно попробовать? Кускус на вкус? Конечно, да. Прям стихи. Вот кускус на вкус, он что? Кускус на вкус, да. Что, ты никогда не пробовал кускус? Я вареный его подал. Друзья, заливаем один к двум. Я это делаю, конечно, на глаз, но вы, в принципе, можете делать это всем тем же все самым мерным стаканчиком, да? Господи, ну когда сейчас же шеф-повар такой опытный, как ты, что-то измерял? Да. Тут у тебя все на глаз и глаз все четко. Закрываем обязательно крышкой, в данном случае здесь у нас тарелка. И здесь у нас присутствует болгарский перец, Гульнар, это тебе. Отлично, так. Давай. И укроп. Укроп нужно будет мелко-мелко порезать. Хорошо. О, это он умеет. Болгарский перец тоже мы режем мелким кубиком, чтобы потом все это смешивать, и получится у нас такая а-ля кускус каша. Давай. Ага, хорошо, а-ля кускус каша. Я разогреваю сковороду нашу. Так.
Гуля знает, что я люблю очень мелко резать. Для того, чтобы... Просто в пыль. Для того, чтобы на сковороду не лить масло, я сразу масло налью вот сюда. А вот это здорово. Она как бы у нас слегка промаринуется, буквально достаточно там одной минуты. Я первый раз вижу такое. Сковорода будет раскалена. Слушай, здорово. Точно немного маринад же это получается, да. Щипцами все это промешаем. А вот если ты жаришь... например, какую-то колбаску, можно сразу точно так же так? А можно, да. Альтернатива может быть разная. Может быть, это какое-то отварное мясо у вас там осталось. То есть сначала туда, а потом уже в сковородку вместе, да, отправить? Ну, как правило, можно, в принципе... Понимаешь, что оно как бы взаимодействует, сок немного дает, да, мне кажется? И поэтому, говорит же, он, получается, немножко маринуется слегка как бы. То есть это хорошая такая фишечка. Надо запомнить. Отправляем нашу курицу. Маслом. Угу. Друзья, я всегда повторяюсь, не торопитесь все это перемешивать, смешивать. Пускай у нас появится вот эта коллер. Да? Мы дождемся его. И куски любого мяса, мясо, рыба, креветки, она будет все очень легко отходить от сковороды. Ага. То есть сразу не нужно мешать. То есть не надо сразу мешать. То есть не надо суетиться, короче говоря. Абсолютно. Суета на кухне не нужна. Чтобы корочка появилась, нужно, да, подождать? Да. Угу. Хороший вкус у нас запаривается. Ага, и сколько, скажи, он примерно вот так должен позапариваться? Буквально 5 минут, вот в зависимости от количества. У нас крутой кипяток был, 5-4-5 минут будет достаточно. Да, все, вот смотрите, я уже отлично все у нас отходит, убавляю огонь. Курица готовится, куриное филе готовится очень быстро на самом деле. Да? Так же, как примерно, ну, чуть-чуть, может быть, чуть-чуть дольше, чем рыбы и креветки. Креветки это вообще там... 3-4 минуты на раскаленном сковороде. Но эти вареные уже креветки, да? Нет, в сыром виде. Да, сырые. Нет, у вареные так что, конечно. Отлично Жан порезал укроп. Ну, очень мелко. Так он мастер. Вкус мы не присаливаем. Мы присаливаем только курицу, да? Эти ингредиенты. Вкус не присаливаем, только курицу. Ну, можно, в принципе, подсолить, но вот здесь вот... Ну, это как бы тоже, кто как любит, да? Кто-то любит посоленее. Солдат, мне весь перчик нарезать? Да, вещи. Пускай он будет ярким у нас. Наша утренняя ближневосточная каша, да? Да. Все это у нас здесь шкварчит. Очень сильно шкварчит. А что-то мне такое ощущение, что как будто мало мы бросили вот этого. Нет, не мало, у нас трос. Но для меня это мало. Нам хватит. А, ты хотел как бы только, не надо никакого кускуса, дайте мне... Можете вы покушать кускус, а дайте мне мясо. Нет, милый мой. В сочетании продуктов есть смысл. Да? Почему я взял прозрачную посуду? Да, видите, чтобы показать зрителям, он уже, кускус уже готов. Почти он впитал всю эту влагу. Да. И он уже готовый. Варить его ни в коем случае не нужно. Иначе получите клейстер, то есть такой что-то разваленный субстанция. То есть кипяток и все? Кипяток и все. Не бодрое будет такое, а какое-то вялое, да? И можно, здесь у нас и специи, только соль, но именно здесь у нас присутствует ароматный укроп, болгарский перец. Мы это все не обжарим, будем добавлять в сыром виде. Даже так. Поэтому специями мы не будем здесь злоупотреблять. Да, не перебивать, чтобы вот это вот сочетание, да? Еще курицу я разломил один большой кусочек, специально вот я оставляю иногда, вот тоже такой маленький секрет, да, если вы жарите курицу, допустим, оставьте один большой кусок, чтобы вот прямо на сковороде разломить и посмотреть, с той стороны готово ли или не готово. Все, я смотрю, что все уже готово. Здесь готово. Вот такой вот здесь у нас кусок получился. Ой, какая красота. Да, такой давайте вот здесь будем все это нежный. Уже мы сдобрять. Добавлю сюда еще раз оливковое масло. Ну, любители могут добавить и... В принципе, топленое масло, сливочное масло, но сметана с кускусом не совместима. То есть вы хотите сказать, что Талгат хочет сказать, что это уже можно кушать вот даже? Конечно. Это уже, в принципе, готовый, готовый гарнир, да. Добавляем сюда нашу курицу. Шкварчащую. Да. И добавляйте то, что вы вот приготовили. А как добавлять? Все, просто... Прям все туда в кастрюлю. Потом мы будем перемешивать, да? В посуду, то есть, да. И перемешаем хорошенько. А, так мы это будем все перемешивать. Естественно. Укроп. А укропа нормально? Все, отлично. Это да. Укропа мало не бывает, много не бывает. Это да. Зелени много. Сейчас я все это размешаю. Ага. Размешаю двумя ложками. Готовьте орудие к бою. Ага. Так, пожалуйста, это вам. Так, мне спасибо. И сейчас все это я перемешаю. В принципе, можно это кушать и с этой посуды подавать, да, вот как вот общее такое как блюдо. Как общее, и раскладывать. Можно разложить уже детям, всей семье на тарелку. Вот кускус у нас такой рассыпчатый получился за счет того, что мы добавили масло. И нужно хорошо промешать, потому что вся соль у нас находится в курином филе. Да. Такой получился у нас легкий, в принципе, не затейливый. Довольно-таки диетичный. И диетический завтрак, да. Именно кускус это из разряда, ну это зерно, это мука, да? Да. То же самое, можно сказать, то же самое макаронное изделие. И поэтому вот в начале дня нам это будет у нас зарядить зарядом бодрости, энергии на весь наш
день. Вот здесь получилась вот такая вот хорошая порция. Я думаю, Жан, вы сомневались, что мне этого хватит. Спасибо большое. Я думаю, мы выкладывать не будем. Друзья, вот такой потрясающий, быстрый, вкусный и полезный завтрак от Талгата. Да, но к такому бодрящему завтраку не хватает еще чего? Позитива! Приятного аппетита! И смотрим на экран. Все вместе. Невозмутимое спокойствие. У этого петуха стоит поучиться выдержке и самообладанию. Как хочу, так и сижу. И мне не важно, что вы думаете. Так думает этот четвероногий питомец. Любитель океанариума. Эта собака готова часами наблюдать за рыбами. Бой века. В правом углу пес, в левом черепаха. Один вопрос. Как они умудрились забраться на крышу? А что у тебя в карманах? Любопытный козленок хочет узнать все подробности. Создать условия для дальнейшего развития казахского языка и включить его в мировое информационное пространство. Это главная цель перехода на латиницу. Наши корреспонденты продолжат. Не так давно президент Казахстана подписал указ о поэтапном переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Согласно документу, утвержден вариант алфавита с апострофами. Напомним, что он состоит из 32 букв. Всем известно, что главе государства был предложен не один вариант алфавита, но алфавит, в котором специфические звуки будут отображаться с помощью апострофов, самый оптимальный. Казахстанцам несложно будет к нему привыкнуть. Теперь на смену 42 буквам прежнего казахского алфавита придут 32 буквы. Как филолог хочу отметить, что будут сохранены законы сингармонизма, а также фонетическое богатство языка. Всем известно, что история графики казахского языка имеет глубокие корни. А началось все с древнетюркского рунического письма, известного в науке как Орхоно-Енисейское. Начиная с 10 века, почти 900 лет, на территории Казахстана применялась арабская графика. В 1929 году было принято постановление о введении нового латинизированного алфавита «Единый тюркский алфавит». Этот алфавит использовался с 1929 по 1940 год. После его заменили кириллицей. Таким образом, история изменения алфавита казахского языка определялась в основном конкретными политическими причинами. Переход на латиницу позволит за короткое время интегрироваться в мировое пространство. Теперь казахский язык смогут без труда освоить представители других этносов, уверен Кинжитай Курманбайулла. Латинский алфавит – это основа многих языков мира. Переход на латиницу государственного языка решает задачу триединства. Это создает благоприятные условия для овладения английским языком, открывает новые возможности для доступа к самым современным достижениям науки и техники. В ближайшее время будет образована национальная комиссия по переводу алфавита на латиницу. Поэтапный переход будет осуществлен до 2025 года. То есть к этому времени дело производства, периодические издания, учебники и все остальное будут издаваться на латинице. Айман Кай, Ернур Айман. Айдарбек Жанакун. Никто не застрахован от покупки просроченного продукта. Что делать в такой ситуации и куда обращаться? Расскажет Наталья Дягилева, руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья. Доброе утро, Наталья. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, то есть ответьте нам на первый вопрос. Например, мы купили просроченный продукт. Но обнаружили этот факт только дома. Что нам делать? Куда идти жаловаться? В первую очередь, все-таки стоит пойти в магазин и предъявить свои претензии там. Потому что на сегодня, в общем-то, большинство супермаркетов, они достаточно охотно решают эти вопросы, не привлекая госорганы, не привлекая судебные органы. И если действительно факт приобретения просроченного продукта будет доказан, то магазин наверняка вернет деньги покупателю или обвиняет данный товар на товар должного качества. А если чек не сохранился, ну, бывает такое, как быть? На сегодня тоже из этой ситуации есть выход. Потребитель может любым доступным способом доказать факт приобретения товара в данном каком-то объекте торговли. То есть это может быть что? Может быть видеосъемка, это может быть фотосъемка или показания свидетелей. Наталья, ну все мы не идеальные, и продавцы тоже.
Вот какие хитрости и уловки придумывают они при продаже какого-то товара? Ну, хитростей на самом деле очень много. Да, вот, их миллион, наверное. Да, их, наверное, мы еще не все знаем до конца. Но, тем не менее, наиболее часто из них, когда поступает товар в больших объемах, в транспортной упаковке, то, конечно, магазин фасует продукцию самостоятельно. При этом стикеры наклеивает также самостоятельно. Да, да, да. И зачастую в этих стикерах указывается не дата выпуска продукции, а дата упаковки. А дата выпуска, то есть продукция сегодня упакована, а выпущена она может быть 2 недели, 3 недели раньше или еще там в какой-то срок. А этот срок утаивается от потребителя и тем самым искусственно завышается срок годности продукции. Бывает так, что продавец умышленно заклеивает каким-то стикером, допустим, это может быть рекламный стикер или ценовой ярлык, ту информацию, которую хочет скрыть от потребителя. Да, ну, кстати, в том числе часто и дата выпуска, срок годности и так далее. То есть тут об этом, о таких фактах можно говорить очень много. Наталья, ну, я понимаю, что сейчас очень много магазинов, которые пекутся своей репутацией и не допускают до какого-то большого шума, да, чтобы не понимать шума, они решают вопрос в магазине. Но случаются все-таки какие-то моменты, что магазин, я не говорю про продукты, я говорю про промтовары, но если не удалось решить вопрос в самом магазине, куда обращаться? Если не удается решить вопрос в непосредственном магазине, любой потребитель может прийти к нам в департамент с письменным обращением, где изложит суть своей жалобы, все претензии к магазину. Единственное, надо будет указать в обращении конкретный объект торговли и конкретный продукт, который является предметом спора. Ну и, конечно, приложить фискальный чек или товарный чек или любой другой подтверждающий документ, что продукт был куплен именно на этом объекте торговли. Можно обратиться непосредственно в наше территориальное управление охраны общественного здоровья, то есть по месту расположения объекта. Ну и, конечно же, любой потребитель может обратиться и в общество по защите прав потребителей, которые на сегодня они помогают оформлять претензионные иски, помогают вести судебные разбирательства и так далее. И как долго будет такая жалоба рассматриваться? Если, значит, требуется проведение обследования, а зачастую это требуется проведение экспертизы, рассмотрение этой жалобы займет около 30 календарных дней. Если потребуются какие-то дополнительные исследования или затребования дополнительной документации, мы продлеваем еще срок на 30 дней. Но обычно подобные жалобы они рассматриваются в течение 20 дней, не больше. Наташ, может быть, у вас в запасе есть какие-то советы, которые вы можете дать покупателям? Опять же, исходя из темы нашего разговора, главный совет – это сразу не выбрасывать фискальный чек. Да, сохранить его хотя бы до того момента, пока придете домой, пока рассмотрите все продукты, оцените их качество. И потом уже, если качество продукции не вызывает сомнений, его можно будет выбросить. Ну, допустим, то, что касается продуктов питания, то тут, конечно, важно будет все абсолютно. Тут надо будет обращать внимание, прежде чем купить товар, и на внешний вид товара, и на его форму, консистенцию, наличие постороннего какого-то запаха, несвойственного продукту. Потом очень важно, если скоропортящийся продукт, а заявитель всегда в маркировке заявляет те условия хранения, при которых должен храниться продукт. Если скоропортящийся продукт хранится, допустим, на торговой полке вне холода, а изготовитель говорит, надо хранить при температуре плюс 2, плюс 6, то есть в холодильнике, то также стоит уже на месте воздержаться от покупки данного товара. Ну и, конечно, если какие-то сомнения в качестве продукта есть, любого товара, это не только пищевого продукта, то можно попросить у продавца документы соответствия на данный вид продукции. Ну и, конечно, когда уже все вот эти мероприятия, скажем так, покупатель выполнит, можно смело брать продукцию. Ну что ж, Наталья, спасибо вам за такие важные и полезные советы для наших телезрителей. Спасибо, что еще раз напомнили нам о них. Архитектура – источник уникальной информации о культуре, прошлом и современном развитии любого государства. Наша земля хранит в себе богатое наследие. Вашему вниманию история возникновения одного значимого сооружения. Проспект Жебекжоло в Алматы во все времена был торговой улицей. И в 19 веке здесь были коммерческие и деловые учреждения. Одно из строений того периода, которое сохранилось до наших дней – дом купца Габдулвалиева. Этот крупный бизнесмен позапрошлого столетия владел собственной сетью торговых домов. Его
магазин продавал различные колониальные товары, посуду, кухонную утварь, золотые, серебряные украшения, самовары, кровати, одежду. Ну, в общем, у него была такая широкая торговля, и его магазин пользовался большим успехом. По словам Гульсаны Батаковой, памятник деревянного зодчества построен в 1896 году. Автор проекта Андрей Зинков. По другим сведениям, архитектором был Поль Гурде. Сам Исхак Абдулвалиев был купцом первой гильдии, владел многими домами и складами по всему Верному. Помимо занятия торговлей, Исхак Габдулвалиев был также меценатом. Он, на его средства были возведены медресе Исхаке и татарская мечеть. Над восстановлением облика памятника архитектуры работает уже не первый год. По фотографиям, сделанным в начале 20 века, архитекторам при помощи плотников удалось воссоздать его исторический вид. Да, по чертежам архитектора уже в течение 2,5 лет, да, где-то примерно, строительные работы вот ведутся, восстанавливаем крышу, в общем, фасад здания. И так думаем, в этом году или на следующий год весной уже думаем закончить. Сегодня дом купца Габдулвалиева служит прежним целям. В нем, так же, как и 120 лет назад, ведется торговля. Благодаря неравнодушным людям этот памятник истории и культуры продолжает радовать своим видом алматинцев и иностранных туристов. Илья Скурмангалиев, Станислав Фролов, Жаңакүн. В июне 2004 года в Астане состоялось торжественное открытие Национальной академической библиотеки. Какие проекты реализуют сегодня сотрудники этого учреждения, смотрите в нашем следующем материале. Центр казахстанской литературы и культуры распахнул свои двери в Париже. Он будет расположен в библиотеке БУЛАК Института восточных языков и цивилизаций. Благодаря этому студенты зарубежного вуза смогут ближе познакомиться с богатой историей становления и развития Казахстана. Для коллектива Национальной академической библиотеки в Астане это самое важное событие октября. Воплотить его в жизнь удалось в рамках программы модернизации общественного сознания «Рухани Жангару». Вообще, это один из таких престижнейших институтов в Европе. Он вообще был организован в 1795 году, сразу после Французской революции. Там свыше 1,5 миллионов единиц хранений. И вот особой гордостью вот этой библиотеки является наличие у них архива Мустафы Шокая. Руководители и сотрудники Национальной академической библиотеки проделали колоссальную работу в этом направлении. Начиная с 2016 года, они открыли подобные центры в 10 странах мира – в России, Финляндии, Кыргызстане, Китае, Турции, Венгрии, Корее, Армении, Малайзии и Грузии. Кроме того, конечно, у нас партнерские взаимоотношения, но практически со всеми национальными библиотеками мира. Если, допустим, документ хранится там, скажем, в библиотеке Конгресса США или в Российской государственной библиотеке, в Ташкенте, Национальной библиотеке Узбекистана и так далее, мы делаем также электронную доставку документов. Гордость хранителей знаний – редкий фонд. Здесь насчитывается свыше 120 тысяч экземпляров рукописей, книг и документов. Некоторые из них датируются IX веком. Также Национальная академическая библиотека располагает богатым фондом научной и художественной литературы на 72 языках. Очень отрадно, что в нашей столице, в нашем городе, да, в нашей стране вообще есть место, куда наши жители могут приходить и получать те или иные знания, читать ту или иную литературу. Причем литературу обогащенную, огромную. Это не только Абай Шакарим, это Набоков, это Гоголь, это Стивен Кинг. Это огромное количество зарубежных авторов. И каждый из этих авторов формирует твое понимание жизни. Многие книги доступны и в онлайн-режиме, а это 36 тысяч копий различных произведений. Электронная библиотека разработана при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Есть такая вот удобная очень электронная доставка документов. То есть также вы удаленно делаете запрос, допустим, если это есть в фонде Национальной академической библиотеки, мы сканируем и отправляем на почту читателя, это совершенно бесплатная услуга.
Благодаря широкому спектру услуг и внимательному отношению, количество читателей только увеличивается. За последние 9 месяцев библиотеку посетили 260 тысяч человек. Казахстан Ұлттық академиялық кітапханасы. Сотрудники Национальной академической библиотеки рады всем читателям. Каждый найдет в нашем фонде именно то, что ему нужно. Взять книгу домой легко. Главное – иметь при себе удостоверение личности и зарегистрироваться у нас в библиотеке. Библиотека – храм знаний, книга – сокровище мудрости. Даже в эпоху интернета и гаджетов люди больше доверяют информации из книг. Пример тому – популярность Национальной академической библиотеки в Астане. Камила Тастамбекова, Бахтияр Айтхожин, Жанна Кун, Астана. Человек практически половину своей жизни проводит на работе. И, конечно, все мы хотим, чтобы она приносила не только материальные блага, но и удовольствие. Как определить хорошего работодателя, расскажет Ранида Лызень, менеджер по маркетингу и пиар. Доброе утро, Ранида. Доброе утро, Ранида. Скажите, пожалуйста, на что следует обратить внимание людям, которые ищут работу? Ну, у каждого соискателя свои критерии отбора работодателей, да, и они напрямую зависят от потребностей самого соискателя. Например, находится он в начале карьерного пути или имеет большой опыт работы, ищет работу на полный рабочий день или же с гибким графиком, готов к командировкам или нет. Но молодым специалистам мы бы посоветовали обращать внимание на возможности карьерного роста в компании. Да, это возможность обучения, возможность наличия корпоративного наставника. Для специалистов, у которых большой стаж работы и которые ищут возможности повышения заработной платы и карьерного роста, мы рекомендуем уделять больше внимания организационной структуре и функциональным обязанностям. Если соискателя заинтересовала вакансия и устраивает его заработная плата, но при этом скудно описаны функциональные обязанности, мы рекомендуем узнать об этом напрямую у работодателя при собеседовании. А вот расскажите, пожалуйста, основные черты вот хорошего работодателя. Конечно, основным признаком хорошего работодателя является его репутация, которая складывается из лояльного отношения сотрудников, поставщиков и партнеров. От хорошего работодателя сотрудники не уходят, поэтому основным признаком является хорошая атмосфера в коллективе, да. Кроме того, хороший работодатель, он всегда дружит и соблюдает трудовое законодательство, а это прежде всего официальное оформление, это оплата больничных листов, оплата отпускных. Что касается заработной платы, то хороший работодатель, он всегда вовремя оплачивает и всегда знает, что результаты работы его сотрудника зависят непосредственно от достойной оплаты труда. Поэтому он всегда будет стимулировать и вознаграждать таких сотрудников. А вот скажите, ну вот как быть? Вот все мы меняемся, мы все люди, все может случиться. Вот хорошая репутация была у работодателя, все складывалось хорошо, и коллектив, и вдруг оказывается, что он не выполняет своих, так сказать, обязательств, обещаний. Да. Ну, оказывается, просто нечестным. Ну, мало ли что. Вот как быть в такой ситуации? Ну, мы советуем индивидуальные трудовые споры решать в рамках согласительной комиссии работодателя, ну, либо привлекать государственных инспекторов по труду, или же обращаться уже в органы судебной власти. Ну что ж, Гранита, спасибо вам большое за ваши советы. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Всего доброго. Ай-я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 й
Жанымды әзілмен ой сәулем жадыратшы Байқасам қыздардың бәрі жақсы Жаман айыр айнам Шығар екен қайдан Жақсы ер жан жарын айылап күнетеді Жаман ер асыл жарын күнетеді Солай болар Сырменсын басайна Озбурым сол қайда Ойланшы шүгітім осын Но бір пыста Шашызыл қыздардың ақылы дәр Қысқа сама Жанағы қалып Жарасы Хотите узнать, что происходит в стране и в мире? Вашему вниманию утренний выпуск новостей на телеканале «Хабар».